На улице Борисенко в результате столкновения двух автомобилей пострадал пешеход. По Борисенко к улице Можайской движется Toyota Harrier. С рулем паркетника автоледи она возвращается домой с ребенком. Автомобиль поднимается в горку, когда дама видит, что впереди идущая легковушка Toyota Prius тормозит. Женщина бьет по тормозам, но остановиться не успевает. Скользкая дорога была. Но подъем все-таки. На подъем, да. Ехала. И? Но на тормоз стала жать. И в результате скользкой дороги не получилось остановиться. За рулем гибрида девушка на поздних сроках беременности. Эта неприятная ситуация вызывает у нее сильный шок. Она рассказывает, остановилась перед пешеходным переходом, когда по нему пошел человек. В этот момент удар сзади. Бабушка пострадала и все. Бабушка, да? Потому что я остановилась на пешеходном переходе. Сзади меня въехали. По инерции моя машина наехала на пешеходном. Вы одна находились? Да. Пострадавшие в ДТП женщине вызвали скорую помощь. По предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает. В деталях аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции.